квартире уже очень холодно, а возле нашего дома до сих пор тянут трубы отопления. Подскажите, пожалуйста, в какое время по закону должны дать тепло и не ожидается ли у нас сбоев? Подготовка к отопительному сезону находится на постоянном контроле органов прокуратуры. В соответствии с постановлением главы администрации Уссурийского городского округа, начало отопительного сезона у нас установлено 15 октября и не позднее 23 октября. То есть в указанный срок, при условии наступления температуры среднесуточной 8 градусов, у нас Уссурийский округ должен, значит, войти, так сказать, в отопительный сезон. Соответственно, управляющая компания, ресурсоснабжающая организация должны начать бесперебойную подачу теплоносителя в домах многоквартирных. В случае, если вовремя не был подан ресурс, граждане вправе обратиться с соответствующим заявлением в контролирующий орган, это Государственная жилищная инспекция Приморского края, либо в органы прокуратуры для проведения соответствующей проверки, поскольку несвоевременное начало отопительного сезона влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 7.23 Кодекса об административных правонарушениях, то есть нарушение нормативов обеспечения коммунальных услуг гражданам.